Всем привет! Сегодня будем печь ленивый торт Наполеон. Ленивый он потому, что для его приготовления я использую уже готовое слоеное тесто, что значительно сокращает затраты времени, а получается все равно очень и очень вкусно. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Листы размороженного слоеного теста выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. И отправляем в нагретую до 200 градусов духовку. Выпекаем примерно полчаса. В это время займемся приготовлением крема. На дно кастрюли вливаем немножко воды, грамм 50, чтобы молоко потом не пригорело. И вливаем 2/3 молока. Отправляем все это на огонь. Кипящее молоко всыпаем половину нормы сахара. Доводим до кипения и кипятим на медленном огне ровно 15 минут. В это время несколько раз перемешиваем, чтобы молоко не подгорело. Пока молоко кипит, всыпаем в миску оставшийся сахар, добавляем яичные желтки, ванильный сахар и хорошо размешиваем. Теперь добавляем муку, еще раз перемешиваем, вливаем понемногу оставшееся молоко и перемешиваем до однородного состояния. Прошло 15 минут с момента закипания молока с сахаром. Теперь вливаем тонкой струйкой приготовленную смесь и все время мешаем. Теперь будем варить при постоянном помешивании до появления первых пузырей. Ну вот мы видим, масса наша загустела, появились пузыри. Самое время выключать огонь. Выключаем и даем массе остыть. Когда содержимое кастрюли станет теплым, добавляем туда размягченное сливочное масло и хорошо его втираем в нашу массу. Заварной крем для Наполеона готов. Пока мы готовили крем, наши коржи испеклись. Теперь снимаем с коржей верхнюю румяную часть, чтобы было нам чем обсыпать торт. Снимаем и разминаем, чтобы получились миленькие такие кусочки. Подготовленные коржи перемазываем кремом. Кремчика не жалеем, побольше кладем, чтобы тортик хорошо пропитался. Накрываем следующим коржом и опять смазываем хорошо. Обмазываем тортик хорошо со всех сторон. И обсыпаем со всех сторон крошкой. Вот и все. Ленивый торт Наполеон готов. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.